Жители Мордовии надеются на сотрудников МЧС. Они приходят на помощь в самых тяжелых ситуациях. Огонь, вода вокруг, а для них это просто работа. И ее они выполняют с отвагой и честью. В минувшем году они потушили 2338 пожаров, спасли 86 человек. В их тяжелой и самоотверженной работе им помогает и власть. Пожарные части оснащаются современной техникой. Некоторые ее образцы были представлены перед Русским государственным театром драмы, в котором прошло торжественное собрание, посвященное 375-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. Те, кто выбрал профессию пожарного, выбрал дорогу служения людям. В регионе действует свыше 100 подразделений всех видов пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований численностью более 1600 человек. Благодаря вашей самоотверженной работе вы занимаете достойное место среди противопожарных частей всех регионов России и по праву заслужили доверие жителей нашей республики. В целом нам удается добиться снижения числа пожаров в жилом секторе, на сельхозобъектах, производственных зданиях, на объектах социальной сферы. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить возможные трагедии и сберечь, конечно, лесные угодья. На торжественном собрании наградили отличившихся сотрудников. Особый почет тем, кто стоял у истоков становления службы. Евгений Ляпин на защиту земляков от огня встал в 1970 году. Прошел путь от инспектора до заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. За свои заслуги он удостоен почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Мордовии». Самое главное, профессионализм людей повысился качественно. Это раз в связи с появлением новой техники. Люди совершенно грамотные. Порядка 60% люди с высшим образованием. Самое главное, в профессии не изменилось героизм и помощь людям. Огнеборцы Мордовии всегда начеку, всегда готовы прийти на помощь, несмотря ни на что. Сейчас пожарная охрана республики – это сложная, четко налаженная система, способная решать все поставленные перед ней задачи. У нас лучшая работа в мире, я всегда говорю, самая лучшая профессия. Добрая, светлая, чистая, замечательная. Мы сделали правильный выбор. У нас не бесцельно, а бесценно прожитый год. И всех я с этим поздравляю. На торжестве самые искренние слова благодарности за многолетнюю службу были высказаны в адрес ветеранов. Кадеты из классов МЧС вручили им цветы. Огнеборцы на посту всегда. Когда и где понадобится помощь, предугадать невозможно. Но одно ясно точно. Лето впереди непростое. В своей профессиональной среде они желают друг другу сухих рукавов. Рукав – это шланг, по которому при тушении огня подается вода. И если он у пожарных сухой, значит имущество и, главное, жизнь людей в безопасности. Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин, Народные новости.